работали по всей дамбе только люди, жители под горы. Не было ни солдат, ни МЧС. Много было звонков от стариков, кто дома был, кто не мог помогать. Они звонили, просили людей на подмогу. Это была последняя ночь под горой. Спасти можно запросто было. Я честно, можно было? Можно. Я 76 лет прожил здесь, под горой, именно в этом месте. И такого наводнения, конечно, не было. Они предусматривали, могли смотреть, что вот это поток воды такой идет, да, нарастить дамбу. Можно было, как они говорят, что на асфальт положить нельзя было. Сперва блоки положите, а потом засыпайте дамбу, и уже блоки будут держать воду. А глина не даст ей уйти. Можно было, они спасли. Хоть одни населенный пункт спасли они, ни один. Ну, правда, вот скажите сами, начинаем с когда-то с Заречки, затопило Заречку, Хромзавод затопило, под гору затопило, Прибрежное затопило, Мичурин затопило. Все, что они делали? Ничего не делали, значит. Бездействовали. Заречныйдан 408 адам, 229 үй судынасына қалды. На подгорода бізде 1427 адам. Бүкіл жұмысты қандай істейтін жұмысын бәрін істедік біз. Енді су өте көп келді. 1-2 күнден уже су түседі. Утонул практически полностью. Ага. Ну вот теперь хотим тут животных забрать. Не можем забрать. 3 часа уже ждем, то одного нету, другого нету. Жок, шығардық жаңа иттер, қалған иттер де. Олар шығар. Қалғандар бар ма? Жок, көрген шығарып отырмыз, көрген иттердің арасында. Бишкүлге қарай баратыр ма? Бұл автоколик Бишкүлге қарай осында қаладан сол Бишкүл ауылына халықты өткізу үшін арналған осындай мекпен перевозим людей. Петропавлда дәл қазір жаңбыр қатты құйып тұр. Арнасынан тасып жолды бөгеге мына Есілдің ар жағында Бишкүл ауылы бар. Екі ортаға өз бетінше өту мүмкін емес. Төтенше жағдайдың немесе басқа да ірі арнайы көліктер адамдарды ар-бері тасып жүр. Газон, убери машину! Машину дальше убери!